Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Дважды с полуночи российские оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Обе провокации были на приморском участке обороны, сообщает пресс-центр Объединенных сил. Из минометов боевики обстреляли Лебединское и Водяное. Среди украинских военных потерь нет. Вчера на передовой ранен один армеец. Огонь наемники открывали 9 раз, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В целом выпустили сотню мин. В частности, в Луганской области противник сосредоточился на районе Попас, в Донецкой, на Приазовье. По данным разведки, у противника двое убитых, один ранен, также был сбит вражеский беспилотник. Взрывы, стрельба, штурм здания. Нацгвардейцы в Долгострое под Киевом проводят учения по стандартам НАТО. Тематика – бои в городе. Юлия Башко расскажет, как военные отрабатывают зачистку зданий. Пока по рации сообщают, что нужна эвакуация, раненому оказывают первую помощь прямо на месте. У него большая потеря крови. Ромео 3, потребна эвакуация пораненого. Группа выводит раненого к медикам. Все как в реальности. Настоящие автоматы Калашникова, форты, защитные щиты, каждый из которых весит по 25 килограмм. Четырехэтажный долгострой, где проводят учения нацгвардейцы, с самого утра привлекает внимание многих сельских жителей, особенно детвору. Еще бы, на их глазах на штурм идет вооруженная группа под прикрытием БТР, а в самом здании раздаются взрывы. Мне понравилось, как стреляли. Мне понравилось, бомбы там вроде взрывали. Внутри долгостроя нацгвардейцы проводят зачистку. По легенде, это административное здание, которое захватили боевики. Самодельными взрывными устройствами, замаскированными растяжками они заблокировали все входы на верхние этажи. Одной группой невозможно зачистить. Много закрытых углов, которые не контролируются, и невозможно увидеть их сразу. Командир роты с позывным «Профессор» был уже в двух ротациях на Донбассе, готовится к третьей. Рассказывает, проводить учения в населенном пункте разрешили местные власти. Так отрабатывают новую тактику боев в городе. Силовые структуры готовятся к возвращению территории назад. И в первую очередь это города и села. Нужно будет проходить, зачищать их. Основная масса вооруженной силы будут идти полями. А именно наша задача, Нацгвардии, МВС, СБУ – это зачистка сел, городов и выход на границу. Впервые в Нацгвардии в учениях используют стандарты НАТО в системе планирования операции. Командиры планируют каждое действие военнослужащих. Мы оцениваем местность, население, силы, возможности, сколько нам нужно времени. После этого выдается оперативный приказ натовского образца, по которому мы начинаем действовать. За тактикой передвижения групп во время штурма здания наблюдают инструкторы Международного центра подготовки «Патриот». В учения Нацгвардии они внедряют опыт боевых действий США и Израиля. НАТОвский боевой приказ, он идет расписанный и последовательный. И нельзя перейти от одного к чему-то другому и пропустить какой-то элемент. Учения «Бои в городе» будут проводиться до лета, до следующей ротации на Донбасс. Юлия Башко, Александр Прозоров, UATV. Из-за задержания архиепископ Климент теперь не сможет проведать политзаключенного Павла Гриба. Он планировал попасть на судебное заседание в деле украинца в Ростове-на-Дону, а после исповедовать и причастить политузника. О том, как задерживали, и о нападках оккупационных властей на владыку, расскажет корреспондентка UATV Ольга Волынец. Архиепископа Климента российские силовики сняли с автобуса на Симферопольском вокзале около полудня. Об этом сообщил экс-координатор Евромайдан Крым Андрей Щекун. Первое сообщение владыки, которое он мне написал. Андрей, срочно дай информацию. Меня арестовали в Симферополе на автовокзале. Это плановый срыв коммуникации с пленными украинцами. Климент ехал в Ростов-на-Дону на судебное заседание по делу политзаключенного украинца Павла Гриба. Прямо в автобусе полицейские обыскали его вещи. Сообщили, что обнаружили вещи, якобы украденные из храма, в котором служит. С вокзала полиция привезла его в центральный райотдел полиции. К нему пустили адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова.
Через 4 часа из центрального райотдела Климента выпустили. Мы вышли из отдела центрального полиции, и тут же нас замначальника полиции Симферополя настойчиво попросил, чтобы мы прибыли все-таки дальше в киевский отдел полиции, где уже предъявлялось то, что якобы архиепископ Климент выражался нецензурной бранью. Архиепископ активно выступает против аннексии Крыма. В 2014 году, когда российские военные вторглись на полуостров, Климент преграждал им дорогу к воинской части в селе Перевальное под Симферополем. На протяжении 5 лет он рассказывает за пределами Крыма о происходящем там. Вот владыка на заседании Курултая крымско-татарского народа рассказывает о поддержке заключенных украинцев. Для увязненных... Для заключенных это пример того, что о них не забыли. Климент систематически посещает украинских политзаключенных в российских колониях. В судебном процессе по делу Владимира Балуха выступал его общественным защитником. Предоставлять ему посильную духовную помощь, поддержку, может исповедаться, причаститься. С этой целью Климент ехал и к Павлу Грибу. Хотел бы попросить прощения у Павла, к которому я не смог доехать, но я надеюсь, что смогу его исповедать и причастить. Архиепископ Климент возглавляет единственную в Крыму украинскую православную церковь. В феврале оккупанты потребовали освободить помещение. Давление на Климента началось сразу после аннексии. Требование перерегистрировать епархию согласно российскому законодательству. В 2016 году представители подконтрольного России фонда имущества Крыма пытались опечатать первый этаж собора и истребовать из епархии долг в 500 000 рублей. В августе 2017-го российские силовики заблокировали часть храма, забрали церковную утварь, вынесли несколько икон. Протокол изъятия не составляли, Клименту вывихнули руку. Это не просто опасность. Такое чувство, что идет планомерный акт превратить это помещение в братскую могилу. После получения Томаса об автокефалии для Украины ситуация с украинской церковью в Крыму стала критической. Украинское общение в Симферополе грозит изгнание из храма. Ольга Волынец, ЮАТВ. Крушение вертолета на севере Кении. Погибли все, кто был на борту. 4 американских туриста и пилот. Об этом сообщили местные власти. Воздушное судно летело из национального парка на острове Крокодай-Айленд в столицу Кении Найроби. Борт принадлежал вице-президенту Кении. Причина авиакатастрофы пока неизвестна. На месте работают следователи. Смертоносная стихия. 23 человека погибли, 40 травмированы в результате торнадо в американском штате Алабама. Более 10 тысяч домов остались без электричества. Об этом сообщили местные спасательные службы. По жилой зоне пронесли сразу 2 гигантских вихря. Они разрушали дома, ломали линии электропередач и вырывали с корнем деревья. В целях безопасности в округе Ли штата Алабама закрыли все школы. Полиция продолжает поиски пропавших без вести. На выборах мэра Гданска лидирует экс-заместитель убитого Павла Адамовича и нынешняя исполняющая обязанности мэра Александра Дулькевич. Ее поддержали 84% избирателей, об этом говорят результаты экзит-пола. Если информация подтвердится официально, Дулькевич победит на выборах в первом туре. Избирательная комиссия может объявить результаты уже сегодня. 13 января на мэра Гданска Павла Адамовича напал мужчина с ножом. Его доставили в больницу, провели операцию на сердце в области живота. На следующий день он умер в больнице. Суд Гданска обвинил в убийстве 27-летнего местного жителя, арестовал его на 3 месяца. На допросе мужчина не признал себя виновным. После смерти Адамовича мы должны продолжать его дело, расширять и развивать свободный город Гданьск. Госпожа Дулькевич, безусловно, сделает это. Сегодня легендарному украинскому композитору и поэту Владимиру Ивасюку исполнилось бы 70 лет. Он был одним из основоположников украинской эстрадной музыки, автором более 100 песен и 50 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, а еще был профессиональным медиком. Владимир Ивасюк погиб в 30 лет. При каких обстоятельствах до сих пор неизвестно. Его тело нашли под Львовом в Брюховецком лесу. Официальная версия самоубийства. Звание Героя Украины получил посмертно в 2009 году. Владимира Ивасюка помнят все поклонники украинской песни, самая известная из написанных «Червона рута».
Новые медали в копилке Украины. В заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике сборная Украины получила еще две награды. Марина Бехраманчук выиграла бронзовую медаль по прыжкам в длину. Она показала результат 6 метров 84 сантиметра, который вывел ее на третье место. Ольга Ляхова завоевала бронзу в беге на 800 метров. Ее результат 3 минуты 24 секунды. Всего в активе сборной Украины по легкой атлетике 5 медалей. 2 серебряных и 3 бронзовых. Новости об Украине на 5 языках мира на сайте канала UTV.ua. Заходите. И следующий выпуск новостей уже через 2 часа. Оставайтесь вместе с UTV. И спасибо, что вам интересна Украина.